Капитан, объект появился. 8523. Подтвердите. Шеф Ло, фигуры из церкви всемогущего бога, цифры мобильного 8523, объект на прицеле. Принято. Наблюдайте. При готовности задерживайте. Слушаюсь. Сейчас в различных деноминациях и группах есть люди, которые любят истину. Слово всемогущего Бога является нам истиной, которая раскрывает тайны Библии. Слово всемогущего Бога – это голос Бога. Все они хотят изучать истинный путь Его. Многие принимают Бога. Воистину, Божье паство. Да. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди, изучающие истинный путь, могли прочитать слово всемогущего Бога и услышать глас Божий. Это Божье поручение нам. Правильно. У многих новообращенных нет собственных книг Божьего слова. Мы должны отправить им слово Божье, и чем скорее, тем лучше. В церкви много новых людей, которые хотят получить полный комплект. Отлично. Но запас книг Божьего слова исчерпан. Некоторые не получили даже основную книгу «Слово является воплоти». Надо придумать, как быстрее передать партию книг. Хорошо. Я организую это как можно скорее. Угу. Давайте помолимся вместе. Хорошо. В этот раз нам нужна большая партия, около 2000. Договорились. Отлично. Пока. В секторе БЦ. Вперед! Это она. 8523. В его последней работе «Завершение периода» характер Бога включает в себя обличение и суд. И он открывает все неправедное, и публично судит все народы, и усовершенствует тех, кто воистину любит его. Только такой характер, как этот, может довести период до конца. Последние дни уже наступили, все сущее будет классифицировано в соответствии со своим видом и будет поделено на различные категории в зависимости от своей природы. Это время, когда Бог открывает исход людей и их место назначения. Если люди не подвергаются обличению и суду, тогда не будет никакой возможности выявить их непослушание и неправедность. Только через обличение и суд можно явить конец всего сущего. Человек показывает свое истинное лицо лишь тогда, когда его обличают и судят. Зло возвратится ко злу, добро возвратится к добру, и люди будут классифицированы согласно своему виду. Через обличение и суд будет явлен конец всего сущего, так что зло будет наказано, а добро будет вознаграждено, и все люди станут подданными под владычеством Божьим. Вся работа должна быть свершена через праведное обличение и суд. Поскольку прельщение человека достигло своего пика, и его непослушание было слишком серьезным, только праведный характер Бога, который главным образом раскрывается в обличении и суде, и который открывается в последние дни, может полностью преобразовать человека и сделать его цельным. Только такой характер может раскрыть зло и таким образом сурово наказать всех неправедных. В последние дни только праведный суд сможет классифицировать человека и привести его в новую сферу. Таким образом, весь период будет доведен до конца посредством Божьего праведного характера через суд и обличение. Аминь. Аминь. Аминь.
Я посмотрю. О, нет. Полиция. Расходимся по одному. Что вы делаете? С дороги! Кто вам дал право врываться в мой дом? Стоять! Не дерзи мне! На корточки! Руки за голову! Вы не имеете права арестовывать нас! Какой закон мы нарушили? Вы... Не Юли, старая ведьма! Давай! Тетушка Ван! Тетушка Ван! Вы же народная полиция! Как вы можете ни за что избивать людей? Сесть! Сесть! Иди сюда, посмотри. Это 8523. Не зря горбатились все эти дни. Мы выудили крупную рыбу. Глава из церкви всемогущего бога. Тащите! Встать! Села! Села! Боже, пожалуйста, защити мою душу. Дай мне веру и силу. Я хочу быть твердой в свидетельстве о тебе. Я никогда не предам тебя, как Иуда. Капитан, вот мы нашли. Это все? Это все, что мы нашли. Увидите. Давай на чистоту. Какая твоя роль в церкви всемогущего Бога? Лидер? Кто ваши руководители? Отвечай. Не думай, что мы не узнаем, если ты не скажешь. Скажу тебе правду, Цзян Синьи. Мы ведем следствие и наблюдаем за тобой 3 месяца. Мы все знаем. Ты была репортером в провинциальной газете, а теперь лидер в церкви всемогущего Бога. Все правильно? Кем бы я ни работала в миру, и что бы ни делала в церкви, это запрещено? Свобода вероисповедания прописана в нашей Конституции. Моя вера правильна и законна. Кто дал вам право следить за мной и задерживать верующих? Какое еще право? Послушай, в Китае вера в Бога – это уже преступление. Ты должна понимать, что в Китае официальная конституция не представляет политику компартии. Твоя вера может соответствовать конституции, но нарушать политику КПК – это правонарушение. Политика компартии и есть закон. Ты хочешь сказать, что не понимала этого? Ха. Коммунистическая партия – это партия атеистов. Атеизм и вера в Бога – несовместимые понятия. Действующая компартия не позволит людям верить в Бога. Человека создал Бог, как и все во Вселенной. Бог правит всем, включая человечество. Верить в Бога правильно и справедливо. КПК не лишит китайский народ свободы вероисповедания. Кто дал ей право распоряжаться жизнями людей? Почему верующим запрещается жить на китайской земле? Цзян Синьи. Советую вникнуть в ситуацию. Знаю, что КПК сильно ненавидит явление и труд Бога, а также верующих в Бога. И особенно Библию и книгу «Слово является воплоти». Эти 2 книги КПК ненавидит больше всего. Без этих 2 книг не осталось бы верующих в Бога. Простые люди следовали бы за КПК. Поэтому КПК непримиримо к вам, верующим.
Здесь, в Китае, вера в Бога – это тупик. А для людей из Церкви Всемогущего Бога, которая возвещает о Боге упорнее, чем простые христиане, тем более. Только поэтому Компартия должна тебя наказать. Если будете тайком собираться, КПК призовет комитеты, соседей, и они все будут следить за вами и помогать нам. К особо влиятельным из вас мы приставим сотрудников и все узнаем. А также устроим облавы, если вы организуете собрание. Если вы пуститесь в бега, КПК выдаст ордер и объявит вознаграждение за вашу поимку. Рано или поздно вас поймают. И даже если вы сбежите за границу, правительство задействует дипломатические каналы, чтобы любой ценой добиться вашей экстрадиции, чтобы пытать вас и бросить в тюрьму. Почему КПК тратит столько времени, людей и денег на жестокое подавление религиозных идей и убеждений? Ее цель – это полный запрет и уничтожение всех религий, искоренение и истребление всех вас, верующих в Бога. Войска не будут отведены, пока запрет не вступит в действие. Религиозная, духовная политика коммунистической партии, полный запрет Божьего труда и построение атеизма в Китае. После всего этого ты еще осмеливаешься говорить с КПК о причинах и законе? Я разъяснил политику КПК. Что ты теперь об этом думаешь? Скажи нам. Может, ты еще чего-нибудь не понимаешь? Из сказанного я поняла. Аресты? Безумное подавление и преследование христиан Компартией уничтожают религиозные убеждения и строят атеизм в Китае. Вы думаете, это возможно? Есть ли хоть одна атеистическая страна? Нет ни одной в целом мире. Никто в мире не может отменить религиозные убеждения людей. Страны, где у власти Компартия, всегда стремятся запретить религиозные убеждения. Им это не удалось, а число верующих, наоборот, только растет. О чем все это говорит? Это доказывает, что Бог – властитель всего. Это работа Божьего Духа. Человек не может запретить ее. Всемогущий Бог говорит: «Из всего, что происходит во Вселенной, нет ничего, где бы я не имел последнего слова. Что существует такое, что не в моих руках? Все, что я говорю, происходит и среди людей. Кто может изменить мое мнение? Ничто не может быть помехой моему плану. Вы противитесь Богу, небу и естественному устройству мира и добра». Хватит! Это мы тебя допрашиваем, а ты пытаешься все переиначить. Судя по тому, что ты говоришь, ты наверняка лидер церкви. И к тому же важный лидер. Если не хочешь пыток, тебе лучше сознаться. Я тебя предупреждаю. Мы даем тебе возможность рассказать, кто лидеры и где деньги церкви. Это твой шанс исправить свои ошибки. Если ты им не воспользуешься и не расскажешь обо всем, не надейся выйти отсюда живой! Капитан Лан. Взгляните на фото. Кто это? Как ее зовут? Она ваш лидер? Моя подруга. Разве это преступление болтать с подругой в парке? Отвечай,
На фото та, которую ты называла сестрой по телефону. Ты просила 2000 книг Слова Божьего. Ты думала, общаясь по телефону при помощи секретных кодов, вы сможете скрыться? Ты совсем недооцениваешь нашу полицию. Мы используем средства прослушивания, сделанные в США. Это лучшее оборудование в мире. Неважно, как вы говорите по телефону, мы всегда узнаем ваши голоса. И поймем ваши тайные коды. Мы даже овладели шифрами, которыми вы пользуетесь. Ты еще надеешься скрыться от наших глаз? Не выйдет. У тебя есть шанс объясниться и получить снисхождение. А будешь упираться, потом не жалуйся на жестокость. Наши инструменты для пыток совсем не игрушки. Мы любой язык развязать можем и любой хребет согнуть. Да, ваше оборудование самое современное. Но вы используете его, блокируя и запрещая Божью работу, арестовывая христиан, мучая их. Какие законы нарушили верующие? В чем вина Божьего воплощения для спасения человечества? Почему вы все время пытаетесь запретить Божий труд? В какой стране полиция следит за верующими так, как вы? Потрачено много денег на покупку лучшего оборудования для слежки, чтобы контролировать и арестовывать христиан. Разве это законно? Если бы коммунистическая партия уважала права человека, мы бы разговаривали по телефону без секретных кодов. КПК сама вынуждает к этому. Компартия попирает права верующих граждан Китая и лишает верующих права на жизнь, а потом обвиняет их в нарушении Конституции и общественного порядка. И вор кричит: «Держи вора!» Объясните мне, кто нарушает закон? Вы или мы? Эй! Судя по твоим словам, ты все еще не понимаешь Компартию. Почему КПК прежде всего против Бога и Божьего труда? Потому что христиане, как ты, верят Божьему Слову, но только не Компартии. В глазах Компартии вы настоящие враги. Вы нарушаете политику Компартии. Это серьезнее преступление. Это считается контрреволюционным делом. Хотя понятие контрреволюции отменено. Вы нарушаете политику Компартии. Вы враг революции КПК. Компартия полностью вас запретит и ликвидирует. Я ясно излагаю свои мысли? То, что вы сказали, прояснило все. И позволило понять Компартию. Компартия полна решимости бороться против Бога до самого конца. Я просто не понимаю, что КПК выигрывает, оставаясь врагом Бога. Противясь Богу, станет ли страна богаче, а люди счастливее? В период закона Бог возвестил человечеству: наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Кто действовал против Бога, плохо кончали. Преследование за веру в Бога, которому мы подвергаемся, временное. Наказание за противление Богу вечное. Божий праведный характер не терпит оскорблений. Проклятие! Ты все еще пытаешься проповедовать нам Евангелие? Ты что, не знаешь, кто мы? Дьяволы, сражающиеся с Богом! Мы не приемлем твои убеждения! Мы ученики Карла Маркса! Мы атеисты! Бог нереален, он не существует! Лучше сгинуть в аду, чем признать Бога! Еще хочешь проповедовать Евангелие? Я вижу, ты играешь со смертью! Ты смеешь говорить о небесной справедливости? Так говори о небесной справедливости! Говори! Ах!
говорить! Хорошо. Сегодня я тебе предельно ясно покажу, в чьих руках твоя судьба. В руках твоего бога или все-таки в наших руках? Подвесить ее! Нравится? Тебе приятно? Если не расскажешь, получишь сполна! Послушай, мы умеем исправлять особо набожных людей, как ты. Хотела свидетельствовать о Боге? Ты же хотела громко свидетельствовать. Я сделаю из тебя Иуду и позор Бога. Я выложу в интернет твои фотографии. Я скажу, что ты продала свою церковь и стала Иудой. Я уничтожу тебя. Все в церкви откажутся от тебя. Ты не сможешь очистить свое имя и останешься совсем одна. Как ты посмотришь в глаза людям? Я знаю. Вы способны на любой поступок. Ложно обвинять. И клеветать. Распространять слухи. Но Бог праведен. Бог во всем разберется. И знает, Иуда я или нет. Ваши слова не в счет. Дерево, признавайся во всем. Кто у вас главный? Проклятие. Не говоришь? Не хочешь говорить? Кто ваш лидер? Где церковные деньги? Будешь говорить или нет? Где церковные деньги? Всемогущий Бог. Дьявольская компартия полна злобы. Боже, я молю тебя, дай нам веру и силу. Правильно. Угу. Правильно. Вы правы, секретарь Чэнь. Дело Восточной Молнии чрезвычайно важное. Я выделил своих лучших людей, чтобы провести жесткий допрос ключевых людей из церкви Всемогущего Бога. Это должно дать результат. Угу. Секретарь Чэнь, я вас уверяю. Хорошо. Хорошо. До свидания. Сколько дней прошло? Вы так ничего и не добились. Департамент провинции интересуется этим делом. Пока не добьемся признания, не будет ни дня покоя. Шеф Ло, люди из церкви Всемогущего Бога – крепкий орешек. Хватит! Без отговорок! Не знаю, что тебе сказать. С людьми из церкви Всемогущего Бога нелегко справиться. Методы допроса, которые мы сейчас используем, на них совершенно не действуют. Да-да. Шеф Ло, что, по-вашему, мы должны сделать?
Я вижу. Пытками ничего не добиться. Позовите президента Юаня и директора Ду из юридического колледжа. Примените методики промывания мозгов, и они тут же заговорят. Вот это разумный шаг. Господин Юань, это Цзян Синьи. Как вы могли так обращаться с госпожой Цзян? Господин Юань, вы не знаете, она... Что она? Она всего лишь верит в Бога, вот и все. Снимите с нее наручники. Найдите комнату, где ей можно отдохнуть. Хорошо. Госпожа Цзян, все эти дни с вами несправедливо обходились. Сейчас вам нужно отдохнуть. Я приду навестить вас завтра. Боже. Полиция внезапно изменила подход ко мне. Я не знаю, в какую игру они играют. Боже. Просвети меня, направь меня и дай мне мудрость, чтобы я смогла распознать уловки сатаны. Госпожа Цзян. Вы хорошо сегодня спали? Давайте поговорим. Госпожа Цзян, хочу вас заверить, мы пришли не с допросом, а хотим поговорить. Если есть затруднения, расскажите мне. Я постараюсь вам помочь. Если вам есть что сказать, говорите, президент Юань поможет вам. Мне нечего сказать. Атеисты не найдут общий язык с верующими. Боюсь, нам не о чем говорить. Госпожа Цзян, ну что вы такое говорите? Вы журналистка, а я президент колледжа. Мы оба образованные люди. Мы с вами можем найти тему для разговора. Честно говоря, я сочувствую и очень понимаю вас. Вы высокообразованный человек и успешно занимались журналистикой. Можно только позавидовать. Журналистов называют некоронованными королями. Они могут быть весьма влиятельными. Ваше перо может делать популярными руководителей или предприятия. Оно может мгновенно прославить кого-либо. Вам благоволят руководители всех уровней. Это ведь так? Журналисты встречаются с руководителями, имея богатые возможности для продвижения по службе. Такое положение называется стратегической позицией. Если журналист поддерживает КПК, у него большие возможности. Его положение намного лучше нашего. Госпожа Цзян, вы знающий и умный человек. Я просто не понимаю, как можно отказаться от такой профессии и выбрать веру в Бога? Посмотрите на себя.
Вместо того, чтобы быть уважаемым журналистом, вы узница за веру в Бога. Разве это не унизительно? Разве не обидно сидеть в заключении и разрушать свое будущее? Что вы мне на это скажете в свое оправдание? Я пришел сюда, чтобы помочь вам. Вам надо четко объяснить вашу веру, подписать покаянное письмо и обещать, что не будете верить. И мы сразу отпустим вас домой. Вы будете свободны. Кроме того, я возьму на себя разговор с вашим отделом, чтобы вам вернули место репортера, и буду вашим наставником ради вашего светлого будущего. Что вы об этом думаете? Госпожа Дзян, руководство провинции расположено к президенту Юаню. Вам повезло, что президент готов помочь вам. Не упускайте эту возможность. Вы чиновник, а я была репортером партийной газеты. У нас есть жизненный опыт. В этот темный и злой век. Где свет? Где справедливость? Как вести жизнь полную смысла? Я думаю над этими вопросами. Раньше я наивно полагала, что, будучи репортером, могу работать для людей, на деле помогая им и отражая некоторые актуальные социальные проблемы. Но, поработав в этой отрасли, поняла, когда у власти компартия, СМИ, особенно партийные, это рупор партии, никак не связанные с людьми. Репортеры только фабрикуют бессовестную ложь, поют дифирамбы компартии и обманывают. Если репортер рискнет написать о реальном положении вещей, выступив от имени людей, он будет наказан. Он или потеряет работу, или сядет в тюрьму, или расстанется с жизнью. В нашей среде это ни для кого не секрет. Некоторые возмущаются, но не высказываются открыто. Суровая реальность заставила меня ощутить боль. Добро порождает добро и наоборот. Тех, кто лжет и творит зло, ждет возмездие. Прочитав слово всемогущего Бога, я поняла, слово Бога – истина. Воплощение Бога в последние дни для очищения человечества, для избавления от греха. Это шанс для человечества быть спасенным. Если не принять истину и следовать греховным наклонностям, то в итоге человечество будет уничтожено. Когда я была репортером, я поступала недобросовестно, в погоне за славой и статусом, обвиняя и обманывая людей. Меня мучила совесть. Мое сердце болело и страдало. Если я буду следовать за компартией, в будущем меня ждет наказание в аду. Потому я решила принять Божий труд и уйти с работы. И я выбрала веру в Бога и стала на верный путь. Господин Юань, если вы не понимаете, в чем смысл веры в Бога, почитайте всемогущего Бога, тогда вы признаете существование Бога и его истины. Вы сможете понять, кто такой человек и откуда он. Узнаете, как жить, чтобы быть угодным Богу и достичь благой участи. Госпожа Дзян, вы верите в Бога чуть больше 10 лет. Вы еще совсем новичок. Большую часть своей жизни я посвятил изучению религии. И я могу ответственно заверить вас, что в этом мире нет никакого Бога. И никогда не было Спасителя. Вся эта затея с верой в Бога слишком расплывчато. Мы оба знающие люди. Мы должны смотреть на вещи с позиции фактов и науки. Мы должны верить в научные теории материализма. Вы не согласны? Зачем вам надо верить в Бога?
Мы, коммунисты, верим в атеизм и теорию эволюции. Вы должны знать, что теория Дарвина – это важнейшая научная теория во всей истории науки. Согласно теории, мы можем быть уверены, что все вокруг создано только силами природы. Человек – случайный продукт естественного эволюционного процесса. Человек произошел от обезьяны. На это есть достаточное основание. Это свидетельствует, что человек не создан Богом. Все написанное в Библии – это мифы и легенды, их нельзя принимать всерьез. Госпожа Тян, я советую вам лучше изучить материализм. Это практичные теории, они развеют сомнения. Я уверен, когда вы ясно увидите это, вы правильно поймете суть религиозных верований и отойдете от иллюзорной веры раз и навсегда. Следуя за компартией, вы обретете будущее. КПК – атеистическая партия. Естественно, она верит в дарвинизм. Но каков результат? Большинство отрицают дарвинизм, материализм и... Все больше и больше людей принимают Бога. И больше людей верят, что Божье Слово – истина. Сейчас, когда мир достиг последних дней, Божий труд на заключительном этапе. Бог явит свои дела. Все сущее на небесах и на земле создано только Богом, и Бог правит всем. Так сказал всемогущий Бог. Сколько творений живет и размножается в обширном пространстве Вселенной, снова и снова следуя закону жизни, придерживаясь одного постоянного правила. Те, кто умирает, берут с собой рассказы о живых, а те, кто живет, повторяют трагическую историю тех, кто умер. И поэтому человечество не может не спрашивать себя, зачем мы живем и почему мы должны умереть. Кто командует этим миром? И кто создал это человечество? Был ли род людской действительно создан матерью природой? Действительно ли человечество способно управлять своей собственной судьбой? На протяжении тысяч лет люди вновь и вновь задавали эти вопросы. К сожалению, чем более человечество становилось одержимым этими вопросами, тем сильнее становилась его жажда науки. Наука предлагает краткое удовлетворение и временное наслаждение плоти. Но ее далеко недостаточно, чтобы освободить человечество от уединения, одиночества, с трудом скрываемого страха и беспомощности, таящихся глубоко в душе. Человечество использует научные знания, доступные для невооруженного глаза и постижимые для мозга в качестве анестезии для своего сердца. Однако такие научные знания не могут удержать людей от исследования тайн. Человечество не знает, кто является властелином всего сущего во Вселенной. Тем более люди не знают, как возникло человечество и каково его будущее. Волей-неволей род людской лишь живет в условиях этого закона. Никто не может избежать этого, и никто не может изменить это. Ибо среди всего сущего и на небесах есть лишь один, кто во веки веков обладает всевластием. Он есть тот, кого человек никогда не видел, тот, кого человечество никогда не знало, в чье существование никогда не верило. И все же он есть тот, кто вдохнул дыхание в предков рода людского и дал жизнь человечеству. Он есть тот, кто обеспечивает и питает человечество ради его существования, кто руководит человечеством вплоть до сегодняшнего дня. Более того, он есть тот единственный, от кого зависит выживание человечества. Он обладает властью над всем и управляет всеми живыми существами во Вселенной. Он управляет временами года, и именно он вызывает ветер, мороз, снег и дождь. Он дает человечеству солнечный свет и приносит наступление ночи. Именно он создал небо и землю, дав человеку горы, озера и реки, а также всех живых существ, обитающих в них. Его дела повсюду, его сила повсюду, его мудрость повсюду и его власть повсюду. Каждый из этих законов и правил является воплощением его дела, и каждый из них является его мудрость и власть. Кто может избавиться от его всевластия? И кто может освободить себя от его замыслов? Все существует под его пристальным взглядом. Более того, все живет под его господством. Его деяния и его власть не оставляют человечеству выбора, кроме как признать тот факт, что он на самом деле
существует и обладает всевластием. Дзян Циньи, ты здесь свидетельствуешь о всемогущем Боге. Ты проповедуешь нам Евангелие? Ты не понимаешь, где находишься. Президент не допрашивает меня, а говорит со мной по душам. Я рассказала вам о Божьем Слове и поделилась своими мыслями. Я приняла вас за друзей. Сказала, что думала. Вам это не нравится? Ты... Эй! Госпожа Цзян, я очень рад, что вы считаете нас друзьями. Продолжайте. Бог проделал 3 этапа работы. На каждом этапе работы есть множество истин. Вся Библия – это описание Божьего труда в период закона и период благодати. Затем пришел всемогущий Бог вершить суд последних дней, выражая все истины для очищения и спасения человека, большинство из которых записано в книге «Слово является воплоти». Мы не видим духовное тело Бога. Мы можем видеть все слова, которые Бог выражает в каждый период своего труда. Исполняются слова Библии. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. С тех пор, как сатана развратил людей, Бог трудился ради спасения человечества. В период закона Бог работал в Израиле и распространял заповеди, чтобы направлять человеческую жизнь. В период благодати Бог воплотился в Господе Иисусе для искупительной работы в Иудее. В последние дни всемогущий Бог выполняет работу в Китае. Божьи слова, выраженные в книге «Слово является воплоти в последние дни», подтверждают тот факт, что всемогущий Бог направляет и спасает человечество. Если бы не Божий Дух, то кто еще мог бы сказать такие сильные и достоверные слова? Мы не видим Бога, но можем слышать слова, выраженные Его Духом. Это все доказывает, что Божий Дух говорит и работает для спасения человечества. Человек верит согласно Божьему Слову. Когда он молится Богу, он может чувствовать работу Святого Духа и всемогущего Бога. Без веры, без чтения Библии и искренних молитв Богу вы не почувствуете существование Бога. В последние дни Бог воплотился в Сына Человеческого, чтобы говорить и работать среди людей. Все слова всемогущего Бога являются истиной, властью и силой. Никто иной их не произнесет. Это доказывает, что это говорит Дух Божий, и это Дух Божий явился во плоти, чтобы выполнить свою работу. Прочитав слово «является во плоти всемогущего Бога», я ясно почувствовала. Эти слова исходят от Бога. Это Бог говорит со всем человечеством. Я приняла всемогущего Бога. Я в вере более 10 лет. Я ощутила власть и силу Божьего Слова, а также испытала просвещение Великого Святого Духа. Я увидела чудесные дела Божьи. Божья власть, сила, всемогущество и господство абсолютно реальны в моем сердце. Любой, наделенный сердцем и душой, способен видеть истинного Бога и Его господство над всем сущим во всех творениях Божьих и во всех истинах, выраженных Богом. Господь Иисус сказал: «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Всемогущий Бог говорит: «Небо и земля могут прийти, но ни одна буква, ни одна черта из того, что я говорю, никогда не придут». Из того, что каждое пророчество и каждое слово Божье исполняется и сбывается, можно видеть, что только Слово Божье есть истина. Все человечество должно видеть всемогущество и господство Бога. Госпожа Цзян, то, что вы говорите, хорошо и весьма разумно. Но я до сих пор не видел Бога, как Он работает и господствует над миром. Мне трудно признать, принять и поверить в Бога. Много лет изучая религиозные верования, я понял, религиозные верования – это просто духовная пища и средство заполнения духовной пустоты человечества.
Разве все те, кто верил в Бога, в конце концов не умерли? Никто не видел, кто из них отправился в рай, а кто в ад. Все религиозные верования кажутся мне оторванными от реальности. С развитием науки и прогрессом человечества религиозные верования, скорее всего, будут забыты и исчезнут. Мы должны твердо верить в науку. Только наука есть истина и реальность, чего никто не может отрицать. Наука и не опровергла реальность Бога, и не нашла свидетельств в его пользу. Если наука докажет, что Бог есть и сможет свидетельствовать, тогда мы поверим в Бога. Мы, коммунисты, верим только в реальность науки. Только веря в науку и развивая науку, человеческое общество будет развиваться. Наука может решить многие проблемы человечества. Что может принести вера в Бога? Кроме кратковременного душевного покоя, что еще в ней хорошего? Она не решает практических задач. Поэтому вера в науку более реалистична, чем вера в Бога. Мы должны верить только в науку. Атеизм ставит науку превыше всего, полностью отрицая всемогущего Бога, превознося ее как истину, как веру. Если наука и есть истина, почему так много научных теорий были потом опровергнуты и развенчаны после открытия? Это показывает, что наука вовсе не истина. Может ли наука решить проблемы общества? Или проблему развращенности? Может ли наука избавить мир от тьмы и порока? Поможет ли наука познать Бога? Может ли наука принести счастье и покой? Научное развитие достигло пика. Каковы его последствия? Наука не принесла человечеству счастья и покоя. Только войны и бедствия, которые грозят уничтожением. Экология ухудшается. Натуральные пищевые продукты исчезли. Разве не так? С развитием науки люди все больше верят в науку, отрицают Бога и противятся ему, что все больше приближает гибель человечества. Как сказал всемогущий Бог, с тех пор, как у человека впервые появились общественные науки, разум его был занят наукой и знаниями. Затем наука и знания стали инструментами управления человечеством. И у человека не осталось места для поклонения Богу, не осталось благоприятных условий для поклонения Богу. Положение Бога в сердце человека опустилось еще ниже. Мир в сердце человека, в котором нет места Богу, покрыт мраком, безнадежен и пуст. Наука, знания, свобода, демократия, отдых, комфорт – все это лишь временная передышка. Даже с этими вещами человек неизбежно будет грешить и оплакивать несправедливость общества. Эти вещи не могут ослабить человеческое стремление и желание исследовать. Так как человек был создан Богом, бессмысленные жертвы и исследования человека могут привести только к еще большему огорчению. Человек будет существовать в постоянном страхе. Не будет знать, как смотреть в будущее человечества или как идти тем путем, который лежит перед ним. Человек начнет бояться даже науки и знания, бояться еще больше чувства пустоты внутри него. Если же люди какой-то страны или народа не могут получить спасение и заботу Бога, тогда такая страна или народ на пути к краху, к мраку, и они будут уничтожены Богом. Когда человек пропагандирует науку, естественно, он будет отрицать Бога. К чему это нас приведет? Когда человек верит в науку, то, естественно, он откажется принять Божий труд и спасение и будет противиться ему. Отвернувшись от Бога, человек остается без Бога и без благословения. Теперь, когда человечество пропагандирует науку, зло исследует мирским тенденциям, а пропасть между человечеством и Богом расширяется, весь мир все больше погружается в зло и все сильнее противится Богу.
Все более частые битвы и войны приносят человечеству всевозможные бедствия. По-вашему, наука может спасти человечество от зла и греха? Поможет ли наука человеку избежать бедствия в последние дни? Может ли наука привести человека в хорошее место назначения? Ответы на эти главные вопросы человечества наука дать не может. Это доказательство, что наука не истина. Она не спасет человека. Всемогущий Бог выразил истину в последние дни. Если человек примет высший суд и всемогущего Бога, он получит Божью защиту и выживет, чтобы быть взятым в Божье царство. Таково обещание Бога. Поверит человек в Божье слово и примет его или нет после окончания бедствия, он увидит, как сбываются Божьи слова. Тогда будет слишком поздно для сожалений. Госпожа Дзян, многие старейшины сообщества говорят, что тот, в кого вы верите, человек, а не Иисус Христос. Но вы свидетельствуете, что это Господь Иисус, то есть это всемогущий Бог. Вы знаете, что Компартия уже давно осудила христианство и католицизм как секты. А вы говорите, что Господь Иисус вернулся в облике всемогущего Бога. Вы перечите КПК. Почему для вас должны делать исключение? Компартия объявила христианство и католицизм сектами, а Библию сектантской книгой. Это всем известно. А вы этого не знаете? Если КПК осудила ортодоксальные мировые религии, как ей не осудить явление всемогущего Бога? Если КПК объявила Библию сектантской книгой, почему она должна сделать исключение для слова «является воплоти»? Органы общественной безопасности конфисковали много экземпляров этой книги. Почему так важно верить во всемогущего Бога и говорить, что всемогущий Бог – это Христос последних дней? Нам все доподлинно известно о его происхождении. Он простой обычный человек, как Иисус, в которого верят христиане. У Иисуса, сына плотника, были родители, братья и сестры. Он был обычным человеком. Но христиане поклоняются Иисусу как Богу. Всемогущий Бог, в которого верят ваши люди, тоже человек, как и Иисус. Вы говорите, он Бог. Но это необъяснимо. Вы перенесли столько страданий за веру в обычного человека? И ради чего? Многие бросили семьи, работу и следуют за всемогущим Богом. Я не понимаю, что вы получите от веры в такого Бога? На основании чего вы верите, что он Бог? Верующие в Бога совершенно непостижимы. За всю жизнь не видела ни одного факта Божьего существования. А вы настаиваете, что этот человек есть Бог? На каком основании вы это говорите? Он может менять погоду или творить чудеса, возноситься на небо или насылать бедствия. Поясните. Я знаю, что КПК – атеистическая партия. Не признает Бога на небесах, а тем более воплощенного Бога. Поэтому неудивительно, что Компартия отвергает нашу веру в воплощенного Христа. И преследует. Многие люди признают только Бога на небесах, но не воплощенного Христа. Но Бог отсеивает таких людей. Тысячи лет Бог выполнял 3 этапа своей работы. Бог сказал много слов на каждом этапе своей работы. Человечество приняло Божий труд благодаря его словам. До последних дней Евангелие Господа Иисуса распространилось. По всей земле все больше людей верят в Бога. Разве вам не известен этот факт? С
Церкви есть повсюду в демократических странах. Христиане, католики, православные – все верят в Господа Иисуса Христа. Вам должно это быть известно. Господь Иисус Христос – воплощенный Бог. 2000 лет множество людей следует за Господом Иисусом и свидетельствует о Нем. На вид Господь Иисус – обычный человек. Почему они верят, что Господь Иисус – спаситель и явление Бога? Если хотите узнать явление Бога, прочитайте Библию, чтобы увидеть, как Господь Иисус везде проповедовал, а Святой Дух свидетельствовал. Поэтому люди верят в Господа Иисуса. Воплощение – это уже великое таинство. Христос последних дней, всемогущий Бог, выразил все истины для спасения человека и раскрыл все глубокие тайны Библии. Если не читать Слово всемогущего Бога, нельзя познать тайны о Боге. Вы, наверное, хотите понять, что такое воплощение? Если ответ «да», побеседуем о Слове всемогущего Бога, чтобы узнать, что Он сказал. Сделаем это? Мы согласны вас послушать. Расскажите нам. Всемогущий Бог говорит, смысл воплощения состоит в том, что Бог является во плоти, и что Он приходит работать среди сотворенных им людей в плотском образе. Таким образом, для того, чтобы Богу воплотиться, Он прежде всего должен быть плотью. Плотью с нормальной человечностью – это самое минимальное необходимое условие. По сути, смысл Божьего воплощения состоит в том, что Бог живет и работает во плоти. Бог по самой своей сущности становится плотью, становится человеком. Всемогущий Бог также говорит, Бога, ставшего плотью, называют Христос. И поэтому Христа, который может дать людям истину, называют Богом. В этом нет никакого преувеличения, поскольку Христос обладает сущностью Бога, Божьим характером и мудростью в своей работе, которая непостижима для человека. Те, кто именуют себя Христом, но не могут совершать труд Бога, это самозванцы. Христос не просто воплощение Бога на земле, скорее наоборот, Он особая плоть, в которую облекся Бог, чтобы выполнить и завершить свой труд среди людей. Эту плоть нельзя заменить никаким другим человеком. Это такая плоть, которая способна надлежащим образом выполнять Божью работу на земле, проявлять характер Бога, а также олицетворять Бога и обеспечить человека жизнью. Тот, кто является воплощением Божьим, должен обладать сущностью Божьей. И тот, кто является воплощением Божьим, должен обладать Божьим речением. Поскольку Бог становится плотью, Он непременно произведет ту работу, которую Он должен сделать. И поскольку Бог становится плотью, Он обязательно выразит то, кто Он есть. И сможет принести истину человеку, даровать человеку жизнь и показать человеку путь. В этих отрывках всемогущий Бог очень ясно раскрыл тайны воплощения. Когда мы слышим Слово Божье, мы сразу понимаем, что такое воплощение. Воплощенный Бог может выразить истину для спасения человечества. Разве это не явление и не работа Бога? Разве знаменитые люди этого мира могут выразить истину? Никто, кроме воплощенного Бога, не может выразить истину. Поэтому тот, кто может выразить всю истину, и есть Христос, и явление Божье. В этом нет сомнений. Всемогущий Бог выразил все нужные истины, необходимые для очищения и спасения человечества, и совершил суд в последние дни. Поэтому мы верим, что Он практически воплощенный Бог. Он Господь Иисус, вернувшийся в последние дни. Это основа веры во всемогущего Бога. Вы верите во всемогущего Бога, потому что прочитали Его Слово. И верите, что Слово всемогущего Бога выражает все истины. Поэтому говорите, что всемогущий Бог есть Христос последних дней, совершивший суд в последние дни. Это основа вашей веры во всемогущего Бога. Стали бы верующие во всемогущего Бога верить в человека? Однако коммунисты никогда не признавали существование Бога. Это факт. И не считали слово Бога истиной. Божье слово истина для вас, но не для нас.
Мы верим только в истинность науки и дарвинизма. Поэтому мы осуждаем вашу веру. Мы идем двумя разными путями. В религиозном сообществе многие пасторы не признают всемогущего Бога. Как вы это объясните? Ничуть не удивительно, что в религиозном сообществе противятся всемогущему Богу. Потому что люди верят в Бога на небесах. Лишь немногие могут принять воплощенного Бога. Господь Иисус явился 2000 лет назад. Тогда первосвященники, книжники и фарисеи восстали против Господа Иисуса и осуждали Его. И выдали Господа Иисуса властям, чтобы те распяли Его. Бог дважды являлся нам во плоти и выразил много истин. Он проделал труд искупления и спасения. Большинство людей признают существование Бога, но не знают о Его воплощении. Ибо эту великую тайну воплощения они не смогли постичь. Когда Бог являлся во плоти, многие люди сразу отсеивались. В последние дни, выражая истину, всемогущий Бог судит и разоблачает всех людей. Услышав многие истины, выраженные Богом, любящие истину, услышали голос Божий. Признали, что это Божье явление и труд, приняли Христа и подчинились Ему. Те, кто не любит истину, хоть и признают власть и силу Божьего Слова, даже осудили Бога и воспротивились Ему, поскольку Он явился в образе обычного человека. Такие люди были отсеяны, поскольку это те, кто презирает истину. Божья работа направлена на тех, кто любит и принимает истину. А тех, кто презирает и ненавидит истину, Бог отсеивает. В этом видны мудрость и всемогущество Бога. Характер Божий заложен в Его работе. Воплощение Бога – действительно великая тайна, в которую нелегко проникнуть. Многие на этом приткнулись и упали. Так я это принимаю и смотрю на это. Судя по вашим словам, этот вопрос веры очень глубок. По-вашему, воплощение – это такая великая тайна, что немногие в состоянии ее постичь. Но мы, коммунисты, просто не признаем Бога и не принимаем Слово Божье. Поэтому ваше свидетельство о Боге, особенно о воплотившемся Боге, мы совершенно не потерпим. Мы обязаны опровергнуть его. Если бы не выражение истины Богом во плоти, число верующих было бы меньше. Поэтому мы ненавидим воплощение Бога и истину Иисуса Христа. Это понятно? Есть еще одна вещь, которую я никогда не понимала. Вы верите во всемогущего Бога и читаете слово всемогущего Бога, и вы молитесь всемогущему Богу. Насколько нам известно, ваша церковь всемогущего Бога была основана человеком, которому вы подчиняетесь. По вашим показаниям, этот человек священник, лицо, используемое Богом для решения всех вопросов. Для меня это загадка. Кто же основал церковь всемогущего Бога? Как она зародилась? Вы можете это пояснить? Директор Ду, я не ожидала, что вы что-то знаете о церкви всемогущего Бога. Поскольку вы знаете, что есть всемогущий Бог, и мы молимся только нашему всемогущему Богу, почему вы говорите, что церковь всемогущего Бога была создана человеком? Откуда такая информация? Мы верим во всемогущего Бога, а не человека. Слова всемогущего Бога записаны в книге «Слово является во плоти». Поскольку вы не читали «Слово является во плоти», никак нельзя сказать, что вы понимаете церковь всемогущего Бога. Пропаганда Компартии, слухи о том, что церковь всемогущего Бога была создана человеком, подтверждают, что КПК не понимает церковь всемогущего Бога. КПК не понимает, как зародилась церковь всемогущего Бога, и все же настаивает, что она создана человеком. Разве это не абсурдно? Вы не считаете это нелепым и неправдоподобным?
Тогда я спрошу вас, кем было создано христианство? Кем был создан католицизм? Христианство, католицизм и православие все зародились в результате труда искупления Господа Иисуса. Хотя апостолы основывали церкви повсюду, это не означает, что христианство было создано апостолами. Церкви во все века создавались в результате явления и работы Бога. Церкви в период благодати – это результат явления Господа Иисуса, а в период царства создавались в результате явления всемогущего Бога. Если бы не явление и работа Бога, разве апостолы могли сами учредить церкви? К церкви шли те, кто верил в Бога. Они не были верующими в апостолов. Поэтому нельзя сказать, что во все века церкви основывали люди. Когда апостолы учреждали церкви, они должны были строиться во имя Господа Иисуса. Апостолы не могли сказать, что они основали церкви. Это известный факт. Почему члены Компартии не в состоянии придерживаться фактов? Зачем так откровенно искажать факты? Разве это не дикость? Всемогущий Бог совершает работу последних дней. Когда все христиане, которые любят истину, услышали голос всемогущего Бога и увидели Его явление, они вернулись ко всемогущему Богу и предстали перед Его престолом, тем самым создав церковь всемогущего Бога. Многие люди открывают церкви повсюду. Но разве можно сказать, что они – создатели этих церквей? Церковь всемогущего Бога была создана в результате явления всемогущего Бога. Этот достоверный факт никак невозможно отрицать. Ладно, хватит. Даже если это факт, мы все равно не признаем. Раз мы атеисты, наш долг – осуждать вашу веру и преследовать вас. Мы говорим, что хотим, и вы не вправе возражать нам. Подумайте, если мы осуждаем вашу веру, можем ли мы придерживаться ваших фактов? По поводу одного и того же факта вы говорите одно, а мы, коммунисты, другое. Будь воплощение Бога правдой или ложью, как человек он подлежит осуждению. Признаете вы это или нет? Всегда найдутся люди нашей точки зрения. Этого достаточно. Это позволит нам достичь цели. В церкви всемогущего Бога вы верите во всемогущего Бога. Вы все подчиняетесь режиму работы и направлениям, указанным человеком, который стал вашим руководителем. Неважно, кто он и откуда, можно лишь сказать... Церковь всемогущего Бога создана им. Приемлемо это для вас или нет, но мы говорим так. У КПК громкий голос, а у вас нет. Если мы что-то скажем, нам обязательно поверят многие. Признаете вы это или нет, это совсем ничего не значит. Мы уже достигли нашей главной цели. Госпожа Дзян, выслушав вас сегодня, я вижу, что раньше не понимал вашу веру в Бога. Сказанное имеет смысл. При возможности я прочитаю книгу «Слово является воплоти». Тем не менее, вам лучше выслушать мой совет. Даже если бы я мог спасти вас, Компартия никогда не простит людей, которые верят в Бога. Поскольку верующие выступают против атеистической компартии. Компартия считает верующих в Бога своими врагами. Руководители ЦК стремятся запретить все домашние церкви, в особенности церковь всемогущего Бога. Мой вам совет – будьте реалисткой. Сколько тюрем построено в стране? Для кого они все? Вы все еще не понимаете серьезность? Госпожа Дзян, как говорится, мудрый подчиняется обстоятельствам. Вера в Бога в стране, где правит Компартия, совершенно невозможна. Если вы не отступитесь от веры, вас ждет либо тюрьма, либо смерть. Поверьте. Вы осознаете последствия?
Я говорю это для вашего благополучия. Говорите для моего блага. Неправда. Те из нас, кто верит в Бога, идут путем истины, что полностью противоречит вашему пути марксизма и сатанизма. Вы хотите увести меня с пути веры в Бога на ваш путь, ведущий к погибели. Вы заманиваете меня в ловушку. Как это может быть мне во благо? Работа всемогущего Бога направлена на очищение и спасение человека. Вы не признаете истину, а сопротивляетесь Божьей работе. Вы ищете собственной погибели. Господин Юань, хотя вы и не верите в Бога, вы должны знать, что в истории человечества Бог уничтожал все народы, открыто выступавшие против Него и неистово сопротивлявшиеся Ему. Жители Содома, которые противились Богу, сгорели в огне, ниспосланном Богом. Из-за израильтян, распявших Господа Иисуса, Израиль исчез почти на 2000 лет. КПК навлечет на себя проклятие за противление всемогущему Богу и за жестокое преследование христиан. Как говорит всемогущий Бог, тот, кто противится работе Бога, будет отправлен в ад. Каждая страна, которая противится работе Бога, будет уничтожена. Каждый народ, который восстает против работы Бога, будет стерт с лица земли, прекратит свое существование. Хватит! Дзян Синьи, вы правда крайне набожны. Вы настолько упрямы, что безнадежны. Вас ждет большой тюремный срок. Госпожа Дзян, я пришел с желанием помочь вам. Если вы все еще верите в восточную молнию, вы не только сядете в тюрьму, но это бросит тень на вашего мужа и ребенка. Он не сможет поступить в университет. Как им теперь жить? Если вас приговорят, и вы умрете в тюрьме, не вините меня. Я сказал все, что должен был сказать. Советую вам спокойно все обдумать. А ответ дадите мне потом, как подумаете. Эта Дзян Синьи не так уж проста. Она многое понимает. Она многое читала, слово является во плоти. Она по-настоящему набожный человек. Да, верующие во всемогущего Бога крепки. Они действительно много знают о Боге. Слово всемогущего Бога имеет большую силу. Сколько лет они уже верят? Они так закостенели, что и их непросто будет переубедить. Срочно позвоните пастору Фену. Переходим ко второму этапу программы. Хорошо. О, всемогущий Боже, благодарю Тебя. Ты направляешь и защищаешь меня, когда мне нужно преодолевать обман и искушение сатаны. Боже, неважно, что они со мной сделают дальше. Я выбираю только истину и праведность. Я буду твердо стоять на твоей стороне. Госпожа Дзян, я вижу, вы очень преданно верите в Бога. Я восхищаюсь вами. Я хотел бы больше узнать о вопросах веры, поэтому я пригласил пастора Фена. Пастор Фен верит в Бога с детства, изучал теологию и работает пастором более 20 лет. Вы оба верите в Бога. Вы можете вместе разобраться в вопросе, какой путь веры в Бога правильный и обоснованный, и как это понять. Сестра Дзян, мне сказали, вы очень упорны в своей вере. И я это вижу. Вы подверглись аресту, преследованию и пыткам за свою веру, но не отреклись от нее. Я восхищаюсь вами. Но мне так же жаль вас. Ради чего терпеть все эти страдания? В Библии сказано, всякая душа да будет покорна высшим властям.
ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Вы должны понимать смысл этих слов. В конце концов, Библия богодухновенна. Я понимаю это так, что мы, верящие в Господа, должны подчиняться властям. Я не знаю, как вы это понимаете. Пастор Фен, у вас странная интерпретация слов Павла. Не осталось благоприятных условий для поклонения Богу. С начала моей веры меня преследует компартия. Эти слова Павла «всякая душа да будет покорна высшим властям», по-моему, не отражают идей нашего Господа Иисуса, потому что Господь Иисус не говорил о покорности высшим властям, и Святой Дух такого не говорил. Верить в Господа значит подчиняться Слову Господа. Слово человека нельзя считать истиной или Словом Божьим. После многих лет веры и молитвы я вижу, что компартия – это сила против Бога. Подчиняться КПК – значит предавать Бога. Всем известно, КПК – партия атеистов, открыто отрицающая Бога со дня прихода к власти. Она объявила христианство и католицизм сектами, Библию сектантской книгой, и уничтожает ее. Преследует и арестовывает христиан. Христиан калечат и избивают до смерти, а семьи их губят и рушат. КПК преследует за границей, используя разные средства, чтобы добиться экстрадиции христиан, бежавших в другие страны. Сопротивление КПК Богу и преследование христиан чудовищные. Скажите, может ли Бог позволить, чтобы его народ подчинился такому извращенному режиму, который беззастенчиво выступает против Бога? Если мы подчинимся КПК, мы перейдем на сторону сатаны. Поскольку компартия хулит Бога и всячески пытается помешать нам верить в Бога, она враг Бога. Подчинение компартии – разве это не будет противлением Богу? Христиане подверглись преследованием и стали жертвами за то, что следовали за Господом. Разве они подчинились властям? Может, они стали мучениками, потому что сами навлекли на себя наказание? Разве Павел посмел бы осудить мучеников Божьих? Думаю, не посмел бы. Тогда на чем основаны слова апостола Павла? Может, Павел не понимал, что большинство властимущих – это демоны, противящиеся Богу? Поэтому слова Павла вызывают сомнения. Я даже не уверена в словах Павла о том, что все Писание богодухновенно. Ни Господь Иисус, ни Святой Дух не говорили этого о Библии. Слова Павла продиктованы человеческими соображениями. Поэтому я не приму их за истину. Веруя в Бога, я подчиняюсь только Слову Божьему. Что касается слов апостолов, я использую их как справочную информацию. Я приму их, если они согласуются с Божьей истиной. Иначе я никогда не приму их. Такова моя точка зрения. Сестра Дзян, вы воспринимаете Библию в чистом виде. Точно, как и я когда-то. Но потом я столкнулся с суровой реальностью. Если вы будете упорствовать в своей вере, вас ждут страдания. Ваша жизнь будет в опасности. Вы должны знать, что коммунистическая партия – это революционная партия. Если вы не подчиняетесь, вас лишают жизни. Скажите мне, какой правильный выход в данной ситуации? Если человек верит в Бога, не идя на компромисс, он рискует жизнью. Как можно верить в Господа, когда у тебя отняли жизнь? Только большой опыт позволил мне смириться с этим. В Китае не получится долго сопротивляться властям и полиции.
Господь милосердный Бог. Он знает о наших трудностях и понимает ситуацию. Он не требует слишком многого. Господь требует от нас, чтобы мы прославляли Его имя. Идите в церкви трех автономий. Под защитой Компартии мы можем спокойно верить в Господа нашего Бога. Ваш же подход к вере в Господа навлечет на вас тюремное заключение и даже мученическую смерть. Разве это правильный путь веры? Надо признать единый фронт Компартии и стать членом церкви трех автономий. Другого выхода у вас нет. В церкви трех автономий тоже веруют в Господа с любовью и благочестием. Разве они верят в Господа не по-настоящему? Верующие во всемогущего Бога настаивают на распространении Евангелия, зная, что Компартия преследует вас. Даже находясь в тюрьме, вы свидетельствуете о Боге и не отказываетесь от Него. Честно говоря, это меня восхищает в вас. Но говоря о том, что мы ищем в нашей вере в Господа, разве в основе не наше желание иметь гармонию и мир? Люди в церкви трех автономий благоразумны. Мы прославляем истинного Бога. Мы не противостоим властям и не предаем Библию. Мы можем открыто поклоняться Богу в церкви, не прячась в страхе, что нас поймают. Разве мы так не убиваем двух зайцев? У вас есть большое будущее в церкви трех автономий. С вашим огромным опытом вы станете пастором или членом народного политконсультативного совета КНР. Получите славу и состояние. И сможете проповедовать в любой церкви, в какой бы желаете. Это лучше, чем быть руководителем подпольной церкви и рисковать своей жизнью ради веры. В Китае нам действительно весьма опасно и трудно верить в нашего Господа. Но, следуя словам Павла, подчиняясь режиму КПК и следуя пути церкви трех автономий, заслужим ли мы похвалу Господа, несмотря на защиту от физического насилия? Разве так мы войдем в Царствие Небесное? Думаю, нет. Господь Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Господь ясно говорит нам, что надо войти в тесные врата и идти узким путем. Господь также сказал: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Следуя словам Павла и подчиняясь властям, мы не сможем войти в тесные врата. Разве так мы понесем крест, следуя за Господом? Если мы подчинимся тем, кто у власти, под руководством коммунистической партии, мы станем людьми, которые противятся Богу. Кто будет распространять Евангелие и верно исполнять Божью волю? Разве так можно заслужить Его похвалу, достичь хорошего места назначения и исхода? Церковь трех автономий – это смесь сфабрикованных верований. Она контролируется правительством Китая. Она не говорит о истине Библии, о любви и послушании. Она говорит о патриотической любви, о своей семье и о том, как разбогатеть. Церковь трех автономий – лже-церковь. Она помогает КПК подавлять подпольные домашние церкви и следит за домашними церквями. Они участвуют во всех арестах братьев и сестер, распространяющих Евангелие о Боге. Это политико-религиозный инструмент сатаны. Я хотела бы спросить,
когда церкви трех автономий служат КПК? Кому они на самом деле подчиняются, Богу или сатане? Разве Бог одобрит марионеток, сдавшихся сатане? Разве может Бог допустить в Царствие Небесное отступников под игом сатаны? Теперь Господь Иисус вернулся. Он воплощенный всемогущий Бог и совершает работу суда последних дней с целью очищения и спасения человека, чтобы привести его в Царство Божье. Во время Божьего явления последних дней все верующие пройдут испытания. Будет раскрыта их суть. Как сказал Господь Иисус, но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Явление всемогущего Бога разоблачило людей. Плевелы и зерна. Добрые и злые рабы Божьи. Суть всех их была раскрыта Божьей работой последних дней. Настало время определить место назначения и исход человека. Если человек не принимает работы всемогущего Бога последних дней, каков тогда будет его исход? Подумайте об этом. Такие люди разочаруют Господа. Пастор Фен, мне интересно узнать, как вы это поняли? Если послушать вас, так вопрос веры в Бога весьма глубок. Придется мне изучить его. Пастор Фен преподавал Библию несколько десятков лет. Он отлично знает ее. Госпожа Дзян, вы со мной согласны? Вы видите, как скромен пастор Фен. Он не навязывает нам свое мнение. Исходя из ваших слов, это признак благочестия. Вам следует поучиться у пастора Фена и спросить у него о том, чего вы не понимаете. Пастор Фен сможет направить вас на путь веры в Бога. Вы должны прислушаться к пастору Фену. Сестра Дзян, вы очень хорошо понимаете путь веры в Бога. Это соответствует учению Господа Иисуса. Я с этим полностью согласен и солидарен. Но вы сказали, что Господь Иисус вернулся, что Он воплощенный всемогущий Бог. Вот этого я не понимаю. Вы знаете, Компартия отчаянно осуждала, подавляла и арестовывала вас. Пасторы религиозного сообщества осудили Восточную Молнию. Если всемогущий Бог – это вернувшийся Господь Иисус, осуждения КПК неизбежны. Но почему его не принимает религиозное сообщество? Если бы Господь вернулся, он бы сначала явился пастором и старейшинам, чтобы пасторы и старейшины восхитились первыми. Но этого не случилось. Не только КПК арестовывает Восточную Молнию, но даже большинство пасторов религиозного сообщества выказывают сопротивление и осуждение. В чем проблема? Вы могли бы это объяснить? Пастор Фен. Вы ставите под сомнение явление и работу Бога в последние дни из-за противления всемогущему Богу старейшинами. Это нормально. Когда Господь Иисус явился вершить свой труд, римский режим противился ему, а иудеи противились Господу Иисусу яростнее. Разве это означает, что Господь Иисус не был явлением Божьим? Вы уверены, что все, что осуждается пасторами и старейшинами религиозного сообщества, не есть истинный путь? Если все, что осуждается религиозным сообществом, не явление Божье, ответьте на вопрос, был ли Господь Иисус явлением Божьим? Был ли труд Господа Иисуса явлением Бога? Если иудаизм отрицает Господа Иисуса, тогда на чем основана вера в Господа Иисуса? Пастор Фен, вы знаете Библию. Почему Господь Иисус проклял фарисеев? Кого представляли фарисеи? Это были такие же религиозные лидеры,
Книга Откровения предсказывает разрушение сообществ религий. Потому что они все сопротивляются Богу. Все они отрицают Христа и выступают против Бога. Разве вы не признаете этого факта? Почему в религиозном сообществе нет Святого Духа? Это показывает, что Бог ненавидит религиозное сообщество. Бог хочет, чтобы принадлежащий ему народ оставил религию, вышел из города Вавилона и пришел к Богу. Вот Божья воля. Если вы не верите в это, посмотрите в книге Откровения, как Господь Иисус проклинает фарисеев, и вам все станет ясно. Господь Иисус действительно проклял фарисеев. А гибель религиозного Вавилона была предсказана в Откровении. Я все это знаю. Вы говорите, что всемогущий Бог есть вернувшийся Господь Иисус для работы в последние дни. Есть библейская основа. Кто верит в Господа, знает, что возвращение Господа Иисуса – это сошествие с облаков в духовном теле, и его узрит всякий. Но до сих пор мы не видели, как Господь Иисус нисходит. Поэтому я уверен, что Господь не вернулся. Сестра Дзян, я не понимаю, почему вы свидетельствуете, что всемогущий Бог – это вернувшийся Господь Иисус? И что Бог воплотится в Сына Человеческого, чтобы трудиться в последние дни? Вы можете мне сказать? Вы учите понимать Библию, значит, знаете лучше меня. Но моя вера во всемогущего Бога основана на исследовании. Прочитав слова всемогущего Бога, я поняла, что его слова есть истина, которая раскрыла все тайны Библии. Выражение всемогущего Бога – это его глаз. Мое принятие всемогущего Бога основано на пророчествах Господа Иисуса. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом сим. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Господь Иисус упоминает пришествие Сына Человеческого и говорит: «Надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом сим». Последние дни Господь вернется к нам во плоти, как Сын Человеческий, и будет говорить с человеком, а человек будет приветствовать Господа. Явления всемогущего Бога исполняют пророчество Господа Иисуса. Господь гласит, что Он вернется, как Сын Человеческий в последние дни. Сын Человеческий – значит человек с нормальной человеческой природой, значит воплощение Божье. Если бы это было духовное тело Господа Иисуса, его бы не назвали Сыном Человеческим. Духовное тело Господа Иисуса обладает способностью появляться и исчезать. Оно не ограничено пространством. Это необычная человеческая плоть. Пастор Фен, я верно говорю? Так как Господь воплотился как Сын Человеческий, так же, как Господь Иисус в прошлом, который выглядел как обычный нормальный человек, люди противятся ему, осуждают, потому что не понимают, что он есть Бог. Если бы Господь вернулся с облаками, это было бы яркое зрелище, все бы сразу пали ниц. Как тогда много пострадать и быть отвержен уродом сим? Разве тогда сбылось бы пророчество Господа Иисуса? Господь вернется в последние дни во плоти, как Сын Человеческий. Что вы скажете по этому поводу, пастор Фен? Ваше понимание Библии достаточно достоверное. Но вы приравниваете способность выражать Божью истину к явлению и работе Бога. Если бы кому-то было Божье откровение, не выражал бы он истину?
Пророки могут выражать Божье Слово, но это не делает их явлением Божьим. Сестра Дзян, вам следует с осторожностью принимать Божье явление и работу, ибо в Библии сказано: «Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Слово Господа совершенно ясно гласит, что в последние дни лжепророки будут обманывать людей. Поэтому мы не можем с легкостью верить всякому, кто говорит о возвращении Господа во плоти. Вы не согласны? Вы полностью уверены, что вас не обманывают? Пастор Фен, по вашим словам, вы опасаетесь обмана, поэтому не принимаете работу Бога в последние дни. Мне говорили быть осторожной, когда я изучала истинный путь. Я читала то место, которое вы процитировали. Но этот отрывок говорит лишь о необходимости быть осторожными. Факт возвращения Сына Человеческого в последние дни не отвергается и не доказывает, что Христос не вернется для работы в последние дни. Ведь Господь Иисус сказал: «Гряду скоро». Трактовка этого отрывка, что Христос не явится в последние дни, а придут лишь лжехристы, будет ошибкой. Пастор Фен, вы также должны знать, до и после явления Бога в последние дни всегда появлялись лжехристы, которые обманывали людей. Как можно определить, что все это Божье явление и работа? Как распознать лжехриста? Слова Господа Иисуса понятны. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». По словам Господа, мы можем быть уверены, что когда Господь вернется в последние дни, он будет говорить только свои слова. Поэтому, чтобы распознать работу Бога, надо прислушаться к голосу Бога. В книге Откровения есть пророчество: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». При поиске работы Божьей ищите Святого Духа, обращенного к церквам. Найдя церковь со Святым Духом, мы найдем явление Господа нашего и Его работу. Всемогущий Бог говорит: «Поскольку мы ищем Божьи следы, мы должны искать Его волю, Его слова и Его изречения. Ибо там, где новые Божьи слова, там звучит Божий голос, и там, где следы Божьи, присутствуют Его дела. Там, где происходит проявление Бога, происходит Его явление. А там, где явление Бога, там обитают истина, путь и жизнь». Когда я поняла, что слова всемогущего Бога есть истина, и глаз Божий, я приняла тогда всемогущего Бога. Если не Бог, кто мог бы выразить истину? Это доказывает, что Бог явился человеку во плоти, поскольку развращенное человечество не имеет истины. Даже спасенные Богом не могли выражать истину. Верующие не могут выразить истину, написанную в Библии. Злой дух творит чудеса, но не выражает истину. Когда пророк произносит речь, он передает Божье слово. Слова, которые он говорит, весьма ограничены. Без Божьих указаний он не выполнит свою функцию. Он не имеет истины и не может выполнять Божью работу, а только человеческую. Поэтому при поиске явления и работы Бога должно быть ясно,
что только Христос есть истина, путь и жизнь. Тот, кто выражает истину, есть явление Бога. Даже совершая чудеса, он не может выражать истину, если не является явлением Бога. Я долгое время размышляла над всем этим. Если всемогущий Бог может выразить так много истин, он и есть явление Божье. Пастор Фен, я что-то неправильно поняла? Да, пастор Фен. Расскажите о своих взглядах. Сестра Дзян, я понял, что вы действительно вдумчивый и умный человек. Вы поверили во всемогущего Бога не потому, что вас просто обманули. Вы не так уж давно верите в Бога, но понимаете Библию. Я восхищаюсь. В словах всемогущего Бога действительно истина. При возможности я почитаю «Слово является во плоти». А работу всемогущего Бога в последние дни изучу. У меня есть другие дела. Давайте на этом закончим. Но, пастор Фен... Эти верующие во всемогущего Бога слишком упрямы, их трудно перевоспитывать. Раньше я думала, что верующие в Бога не имеют очень глубоких познаний. Я не ожидала от них таких продуманных и умных речей. Это не мы устраивали им допрос, а это они допрашивали нас. В международном суде у нас не было бы шансов. К счастью, мы находимся в Китае, и мы спокойно можем допрашивать их. Наш голос громче, чем их. Неважно, что мы говорим, они должны соглашаться. Директор Ду была права. Эти люди слишком набожны. Несмотря на их мягкость, которая кажется заурядной, слова, которые они все говорят, обоснованы. Нельзя недооценивать этих людей. Они много знают. Я думаю, работа по перевоспитанию преступников еще даст результаты. А исправление этих верующих из Церкви Всемогущего Бога – это пустая трата времени. Хотя некоторые обещали, что, вернувшись домой, отрекутся от своей веры, они опять стали верить. Получается... Наша работа с ними потерпела крах. После стольких допросов нет видимых результатов. И я, наконец, убедился, что касается веры, людей не изменить. Вера, которую выбирает человек, и путь предрешены наперед. Ни идеологическое образование, ни методы промывания мозгов ничего не меняют. Я вижу, что религиозные люди разных направлений идут по-разному. Тем, кто выбрал всемогущего Бога, нравится читать слово «является во плоти». Они говорят, что это истина, выраженная Богом в последние дни. Всемогущий Бог закалил их. Некоторые выбирают веру в Господа и охотно придерживаются Библии. Другие же выбирают церковь трех автономий. Все это основано на личном принятии и знании. Между разными деноминациями религиозного сообщества нет принуждения. Разве мы можем повлиять и изменить их выбор? Компартия уже много лет внушает людям марксизм, ленинизм и атеизм. И каков результат? Сами коммунисты больше не верят в теорию марксизма, ленинизма и коммунизма. Разве можно превратить верующих в Бога в атеистов?
Те, кто верит во всемогущего Бога, говорят, что многие китайцы уже давно ни во что не верят. Они начинают искать возбуждение и радости в греховных утехах. Как долго просуществуют такие люди? Я почувствовал, они действительно здравомыслящие. Заставляют задуматься. И я недоумеваю. Как слово является во плоти, обладает такой силой, что верующие во всемогущего Бога так непреклонны? Коммунистическая партия борется с восточной молнией, арестовывая, калеча и даже убивая ее членов. Но церкви всемогущего Бога продолжают везде распространять Евангелие. Правда то, что они говорят, что слово всемогущего Бога обладает силой и наделяет их верой. Это просто невероятно. Поэтому руководство выпускает указы о скорейшем искоренении церкви всемогущего Бога. Возможно, сила книги «Слово является во плоти» слишком велика. Бесчисленное множество людей по всему миру изучают и исследуют эту книгу. Поэтому руководство так озабочено. Нам необходимо найти решение. Ни промывание мозгов, ни убеждения не действуют на этих людей. Я думаю, к этим людям надо применять особые меры. Надо быть с ними жесткими и мягкими. Поскольку мы не можем опровергнуть их идеологические взгляды, надо раздавить их и как можно сильнее, физически и тем более психически. Мы применим командную тактику. И целыми сутками не будем давать им спать. Не думаю, что они выдержат несколько дней подряд такого допроса. Угу. Как только выносливость человека достигнет предела, он сдастся и сломается. Больше не будем пытаться перевоспитать их. Попытаемся выбить показания. Схватим людей и выйдем на ключевые фигуры в церкви и полностью ее уничтожим. Всю до конца. Это самое важное. Срочно свяжитесь с капитаном Ши из уголовной полиции. Переведите всех на базу. Пусть там насладятся особым подходом. Так точно. Шеф Ло, мы хотели бы взглянуть на дела Дзян Синьи и других, и изучить их. Ты номер 8523. Знаешь, что это за место? Это специальное место для опасных преступников. С теми, кто попадает сюда, мы делаем что угодно. Даже если сгинешь тут, никто и не узнает. Так что не глупи. И расскажи откровенно, как есть, про свою веру в Бога. Или иначе...
Тебе не сдобровать. Я читаю слово всемогущего Бога. Хожу на собрание. Больше не о чем рассказывать. Так. Так. Геройствуешь? Давай-ка, по очереди. Устройте полет на самолете. Пусть насладится всеми прелестями. Говори! Сейчас погеройствуешь! Говори! Ты будешь говорить или нет? Ну как тебе? Почувствовала, а? Говори. Я приготовил для тебя кое-что получше. Проклятие! Капитан! Не переживай, не умрет. Посмотри, какая ты мелкая. Ну, будешь характер показывать? Мы можем прикончить тебя любой из этих игрушек. Не будь дурой. Признавайся. Мне не в чем признаваться. Проклятие. Проклятие, говори же! Будешь говорить? Проклятие! Я вижу, ты не поймешь, с кем имеешь дело, пока не получишь как следует. Ты говорила, что Бог хозяин твоей судьбы. Что же Бог не приходит тебе на помощь, а? Если я сегодня оставлю тебя в живых, будешь жить. А дам умереть, ты умрешь. Даже твой Бог не спасет тебя. Не обращай на нее внимания. Не волнуйся. Этого никто не выдерживает. Пусть придет в себя. Она сразу заговорит. Вот упрямая какая. Тебе придется этим заняться. Боже, я больше не вынесу. Боже, спаси меня. Спаси меня. Когда люди готовы пожертвовать своей жизнью, все становится малозначимым.
И никто не может одержать над ними верх. Что может быть более важным, чем жизнь? Поэтому сатана утрачивает способность что-то еще делать в людях. Нет ничего, что он мог бы сделать с человеком. Боже, моя жизнь в твоих руках. Останусь ли я жить или умру? Я ни за что не поддамся сатане. Капитан, она приходит в себя. Очнулась? Ну? Подумала? Каково тебе? Я все обдумала. Попав к вам в руки, я не ожидаю, что останусь в живых. Шефло. Дзян Синьи? Хорошо. Хорошо. Я сейчас ее отправлю. Ваша жизнь в последние дни стала невыносимой. Вы сами все знаете. К чему эти вопросы? Компартия так обращается с теми, кто верит во всемогущего Бога. Честно говоря, я сожалею о том, что с вами случилось. Я хочу помочь вам. Ваше дело не так уж велико, но и не мало. Дальше все зависит от вашего отношения. Если мы будем сотрудничать по вопросам церковных дел, я отвезу вас домой. Ну как? Я немедленно поговорю с руководителем. Если хотите, можете сразу выходить на работу в издательство журнала. Это работа с перспективами на светлое будущее. Многие даже за деньги не могут ее получить. Вы должны это ценить. Рассчитывайте полностью в этом на меня. Подумайте об этом. Я ценю вашу доброту. Но ни за что не продам братьев и сестер нашей церкви ради собственной выгоды. Поверив во всемогущего Бога и прочтя его слова, я поняла истину. Я знаю, что праведно, а что порочно. Я понимаю, какая жизнь наполнена добром и смыслом. Всемогущий Бог ведет меня к праведности. Как человек, я должна придерживаться своих принципов. Вы же знаете, почему КПК преследует нас и подавляет тех, кто верит в Бога. Соответствует ли это Божьей воле и совести, международным законам? Оказавшись у вас в руках, выживу или умру. Я не продам братьев и сестер, не говоря о Боге. Это мой жизненный принцип. И вы никак не измените его. Почему вы так сильно одержимы этим? Подумайте о своем положении. Каковы будут последствия, если вы не изменитесь? Это все, что я могу для вас сделать. Поскольку вы не идете мне навстречу, на этом все. Алло? Да. Понял. Я знаю.
Я привел кое-кого с вами повидаться. Это пойдет вам на пользу. Мама! Сяо-сяо! Доченька! Мама! Я соскучилась! Почему? Ты здесь? Кто тебя привел? Господин Юань, зачем вы привели мою дочь? Что вы такое задумали? Госпожа Дзян, я видел, как много вы здесь страдали. Подумайте о дочери. Поэтому я привел ее к вам. Исключительно из добрых намерений. Вашей дочери пришлось пережить много трудностей, ведь вас арестовали за веру в Бога. Учителя в школе презирают ее, одноклассники задирают ее, а соседи насмехаются над ней. Это большая травма и источник страданий для такого маленького и нежного ребенка. Если вы не думаете о себе, подумайте о своей дочери. Как у вас хватает духу смотреть на ее страдания. Господин Юань, кто причинил страдания моей юной дочери? Почему христиан дискриминируют и унижают? Кто стоит за всем этим? Страна и общество в целом подвергают нас дискриминации и всяким насмешкам, страшной лжи. О чем это говорит? Разве это не темное и ужасное поколение? КПК безумствует против Бога. Арестовывает и преследует христиан. Именно Компартия виновна во всех трагедиях. Почему в странах со свободой вероисповедания нет такой дискриминации и жестокого глумления? Почему в Китае царят мрак и зло? Все это потому, что у власти стоит Компартия. А вы все переворачиваете с ног на голову и вините христиан. Вы называете черное белым и искажаете факты. Как вам не стыдно такое говорить? Если вы хотите верить в Бога, уезжайте за границу. Пока у власти стоит Компартия, никому не позволено верить во всемогущего Бога. Хотите верить в Бога? Вас арестуют и отправят в тюрьму. Вы сами напрашиваетесь на неприятности. Этого бы не случилось, если бы вы не верили в Бога. Я советую вам ясно понимать ситуацию. Не будете и впредь сотрудничать с нами. Вы не одна сядете в тюрьму. На семью будет брошена тень. А мужа уволят с работы. Ваша дочь не поступит в университет и даже работу себе не найдет. У вас хватит духу своими руками разрушить их будущее? Подумайте об этом. Китай – вотчина Компартии, поэтому никому не позволено верить в Бога. Почему Компартия не позволяет никому верить в Бога? Почему подавляет и арестовывает христиан? Какой закон нарушили христиане? Какое преступление они совершили? Почему так обращаетесь с нами? Пожалуйста, вы можете ответить на этот вопрос? КПК преследует тех, кто верит в Бога, даже лишая их всех права на жизнь. Даже семьи христиан не щадят.
Если кто-то верит в Бога, то рискует и подозревается вся семья. Что ждет компартию при таком яростном противодействии Богу и слепом преследовании христиан? Несправедливость закончится гибелью, а последствия зла Божья кара. Хватит! Дзян Синьи, вы совершенно непреклонны! Вы совсем не боитесь тюрьмы? Моя мама верит в Бога, это неплохо. Почему вы отправляете ее в тюрьму? Ну что ж, уведите ребенка. Все-все, не волнуйся за маму. Иди домой и слушайся отца. Сяо-сяо! Мамочка! Мамочка! Сяо-сяо! Мамочка! Веруя в Бога, вы хотите быть благочестивыми людьми. В этом нет ничего плохого. Но в Китае правит компартия. Вы не согласны с компартией и держитесь своей веры во всемогущего Бога. Чем хорошим это может кончиться? Знаете, компартия сильнее всего ненавидит именно Божий труд и его явления. Ей просто ненавистны верующие в Бога. Говоря о работе всемогущего Бога и распространяя слово всемогущего Бога, вы тем самым выступаете против компартии. Всем верующим в Христа компартия уготовила истребление, искоренение и уничтожение. Если вы верите только в неопределенного Бога на небесах, компартия может закрыть на это глаза. Но говоря о работе Христа последних дней, вы нарушаете запрет компартии. Компартия сильнее всего боится работы Христа Спасителя. Когда родился Господь Иисус, о котором говорит христианство, какова была реакция царя Иудеи Ирода? Почему он приказал убить всех младенцев мужского пола до 2 лет? Потому что должен был прийти царь Израиля Спаситель и смениться династия. Был переломный момент. Когда вы говорите, что всемогущий Бог последних дней явился выполнить работу суда, думаете, компартия не видит серьезности этого события? Вы недооцениваете компартию. Думаете, компартия не понимает веру? Компартия хорошо знает, зачем Христос приходит в последние дни. Именно поэтому компартия хочет уничтожить и искоренить вашу церковь всемогущего Бога. При компартии власти вы следуете за Христом и свидетельствуете о нем. Это преступление против компартии. Это верный тупик. Вы хоть это понимаете? Господин Юань, вы совершенно правы. Вы говорите об основной причине. Вы знаете историю христианства. Царь Ирод приказал в Вифлееме истребить всех младенцев мужского пола младше 2 лет. Это исторический факт. Когда в наши дни компартия увидела Христа последних дней, явившегося работать, началась повсеместная кампания подавления и арестов с целью истребления Христа и Божьего труда. Она поступает точно так же, как и царь Ирод. Каков был конец царя Ирода? Он умер в наказание за противление Богу. Сегодня компартия враждебна к Богу и не уступает. Каков ее конец? Я думаю, вы и сами понимаете. Я выбрала себе путь Христа последних дней, и сколько бы страданий и переживаний не выпало на мою долю, я буду продолжать без колебаний. Не тратьте на меня время. Мы проповедуем Евангелие и говорим о Христе последних дней, чтобы больше людей пришли к Богу ради истины, отказались от греха и получили спасение Божье, чтобы пережить бедствия последних дней и попасть в прекрасное пристанище. Это праведное дело, отвечающее воле небес. И тем не менее, компартия массово арестовывает христиан
и запрещает всем людям принимать Христа последних дней. Это извращенное преступление против небес. Ни одна страна, выступающая против Бога, долго не просуществует. Почему Содом и Гоморра были уничтожены огненным дождем Бога? Как погибла Римская империя? Иудеи противились Господу нашему Иисусу, признали виновным и распяли его. И какова была их судьба? Народы, которые противились Богу, постигли Божье уничтожение и гнев. Это есть истина. Разве вы в это не верите? Всемогущий Бог говорит: тот, кто противится работе Бога, будет отправлен в ад. Каждая страна, которая противится работе Бога, будет уничтожена. Каждый народ, который восстает против работы Бога, будет стерт с лица земли, прекратит свое существование. КПК безумно противится Богу и жестоко преследует народ. Ее ждет справедливое наказание и возмездие Божье. Вы, Дзян Синьи, я вижу, вы до крайности набожны. Вы совершенно безнадежны. Таких, как вы, надо приговаривать к пожизненному. Хм. Шеф Ло, я думаю, мы ничего от них уже добиться не сможем. Почему просто не отдать их под суд? Пусть суд приговорит этих набожных к нескольким годам в тюрьме, как вы считаете? Зачем? Что мне это даст? Мне нужны церковные деньги! Деньги! И список руководителей церкви всемогущего Бога! Да. Да. Вы не видели написанные ими свидетельства? Они верят, что страдания за Бога в тюрьме есть свидетельство победителей. Это дает им вход в Царствие Небесное. Все эти набожные ни за что не передумают, даже если их посадят на 100 лет в худшую тюрьму. Отдайте их под суд. Так точно. Обвиняемая Цзян Синьи признается виновной в организации и использовании секты для препятствования исполнению закона и приговаривается к 12 годам тюремного заключения. Сейчас среди людей своих живет среди них. Благословенны те, кто любит Бога искренне, любит искренне. Благословенны послушные Богу, вовеки пребудут они в царстве Его. Благословенны, кто знают Его, они в царстве том обладать будут властью. Благословенны жаждущие Бога, они цепи сорвут сатаны и Божьими благословениями насладятся они. Благословенны те, кто от себя отрекается, все они непременно войдут во владение Его, ведь они унаследуют все Его изобилие, изобилие.
почтит всех, кто трудится ради него. Обнимет он всех, кто жертвует ради него. Радость подарит тем, кто себя отдает ему. И благословит тех, кто рад Слову Божьему. Они непременно станут столпами держащими небесный свод царства Его. И обретут в Божьем доме они изобилие. И никто в целом мире не сравнится с ними.